В Новый год некоторые жители Чебоксар столкнулись с нехваткой молока в магазинах. Сообщения об этом появились в одной из социальных сетей. Как пояснили наши телерадиокомпании в Министерстве сельского хозяйства Чувашии со ссылкой на переработчиков молока, отгрузка осуществлялась строго по заявкам магазинов. Правда, количество этих обращений в новогодние праздники сократилось. Наше предприятие работало без выходных. Какие заявки мы получали, мы все выполняли. То, что касается по сетевым магазинам, видимо, новогодние праздники побоялись, что возвраты будут. Заявки неполноценные были, поэтому недостаточного молока. Между тем, стоимость молока выросла. Произошло это еще в конце декабря прошлого года. Тогда повысились отпускные цены, соответственно, отреагировала розница. К примеру, по данным Чувашстата, молоко стерилизованное 2,5% и 3,2% жирности подорожало на 0,2%. Традиционно накануне Нового года выросли цены на некоторые другие продукты. По сведениям Чувашстата, больше всех выросли в стоимости овощи – капуста, лук, картофель. В ряду подорожавших товаров – масло, сыры, мясо, конфеты, шоколад, хлеб, водка. Снизились цены на гречку, муку, подсолнечное масло, яйца, рыбу, вермишель, сахар, соль, чай и морковь.